Друзья мои, сегодня я хочу представить вам японский салат. Ну, это салат, естественно, моей фантазии, но так его себе представляю я. Мы для этого берем наш рис, обычный белый рис, который используется для суши, ну, краснодарский, к примеру. Красный лук салатный, перепелиное яйцо, всем известное хорошо. Корень сельдерея, тоже в свободной продаже, все это есть без ограничений. Тунец в собственном соку, также продается практически в любом магазине. Сладкий перец, паприка. И чука. Чука – это замечательное японское открытие водорослей. Ну, крабовые палочки сурими, да, это, собственно говоря, всем известно. А изюминка – это рыбный соус. Он путем ферментации приготавливается из мелких сортов рыбы. Ну, в основном из анчоуса. Значит, корень сельдерея мы натираем на терочке. Нарезаем красный лучок салатный. Все это можно как можно меньше. Тунец в собственном соку, ну, собственно говоря, сливаем жидкости, тоже также мелко нарезав салат, все это отправляем. Крабовые палочки сурими нарезаем мелко. В идеале, конечно, крабовое мясо. Ну, мы исходим из тех доступных продуктов, которые можно купить в любом супермаркете. Япония, как говорится, далеко, а эти все продукты рядом. Паприку нарезаем мелко. Водоросль чука. Знаменитая водоросль. Полезнейшая водоросль, которая употребляется из древности восточными народами. И отварив рис, также мы его отправляем в салат. Все это хорошо перемешиваем. Заправляем рыбным соусом. Украшаем перепелиными яичками. Ну и маслинами. Приятного всем аппетита, друзья мои!